На меня ты не кричи, я найду тебе ключи. Ну, как бы здорово. Ой. А вот туда я очень не хочу идти, если честно. Но я, конечно, пойду. Руку. Окей. Туалетный. Кто-то томатный сок разлил. Ох уж этот томатный сок во всех играх. Везде есть. Что у нас тут, а? Тишина. О, а я не знал, что это так работает. Тишина. Тишина в классе. Мой преподаватель всегда так говорил. Я должен как-то... Презумить? Си! Он испанец. Си! Ну ладно, си, такси. Local authorities say that Sarah Williams, a 19-year-old Sierra Lake High School student, suddenly vanished Sarah пропала недавно, на прошлой неделе. Sarah reportedly left almost all of her belongings сказала, что все ее вещи остались дома. Поэтому, возможно, какой-то прикинь обман есть. Несмотря на то, что она пропала неделю назад, друзья Сары вообще плевать на нее хотели. Одна вещь довольно странна, но понятна. Всем плевать на Сару. Жизнь Сары вообще никому не нужна. Никто не любит тебя, Сара. Никто тебя не хочет, Сара. Никто тебя не найдет, Сара. Ты не сбежишь, Сара. Все счастливы, когда ты пропала, Сара. Оу, oh, well. Мне похуй на то, что другие хотят. Главное, что хочу я. Они думали, что мне будет не плевать на то, что им на меня плевать. Мне плевать. Я здесь главный злодей, тупые монстры. Вы не знаете, с кем связались. Вы думаете, меня напугаете кетчупом? Ого. Да я эту кетчуп облизывать готова. Видела? Видели? Я аж села. Тут много кетчупа. Очень много кетчупа. А, детская комната. Ну да. Детская комната. И дрыгающийся... Не-не-не-не-не-не-не-не. Ладно. Наслаждение. Вы подобрали странного кролика. Даже никто не напугает? Вау, я удивлен. Я был уверен, что меня сейчас напугает игра. Она решила меня не пугать. Вот там вот было бы идеальное место для пугалки. Игра! Алло, что ты меня не пугаешь? Ты забыла, что ты меня пугать должна? Ну я напоминаю, ты должна меня пугать. А я не пугаюсь. Ну ладно. Не, подожди. А если я так вот? Я не могу бегать так, да? Я нашел ключ! Хорошая работа, Сара. Я использую этот ключ, чтобы открыть дверь. Спасибо. Спасибо. Когда ты зайдешь в дверь, Сара, ты больше не сможешь со мной разговаривать. Ты не очень хотел. И ты не сможешь уйти до того, как ты не уничтожишь. Не уничтожишь. Я тебя не покину, Сара. Я буду оставаться рядом с тобой. Внимательно слушай, Сара. Один в этой комнате. Когда ты включишь свет, ты сможешь с ним встретиться. Оно хочет поиграть в игру. Оно будет прятаться в комнате, а ты должен его найти. Сара, иди по его смеху, когда он прячется, и ты его найдешь. А мы это проходили с тобой, да? Тогда твоя очередь прятаться. Он будет бежать за тобой, но не убегай от него.
Как дождись того момента, когда он подбежит к тебе. Следи по его смеху. Твой разум — это самое безопасное место. Я понял немного. Оптимус, Оптимус, не ссы в трусы. У тебя их нет. Ты все равно робот. А, короче, к нам прибегает монстр. Мы закрываем глаза, и нас ничего не парит. Монстр убегает. Мы чувствуем себя счастливым подсрачниками. Цикл повторяется. И со временем он будет терять силу. Не дай ему победить. Я тебе помогу, Сара. Да, я помню это. Мы с тобой это играли. Мы вот с тобой демку проходили. В холодильнике нет еды. Господи, это самый страшный хоррор. Самый страшный хоррор на планете. По-моему, нам с Клоудом, да, сейчас надо. Сначала нам надо его найти, если я правильно помню. Я вообще не очень помню, как все это работает, так что мы сейчас с тобой быстренько разберемся. Где он вообще? А, да. Надо же сначала свет врубить, точно. Или вырубить, точно. О, в бейсбол поиграем. Баскетбол, точнее. Так, свет вырубился. По-моему, в первую очередь он прячется. Давай поиграем. Let's play. Я... О, привет. Здорово. Че ты такой расстроенный? Я могу закрывать глаза. Я успел закрыть глаза! Я же успел закрыть глаза! Не понял, в смысле? Я же закрыл глаза! Кролик, ты чё, дурак? Кролик, стоп, прекрати абьюзить меня, кролик! Ты же скажи, я правильно закрыл глаза? Он прямо сейчас напиши. Докажи, что я правильно закрыл глаза, Степашка тупит! Степашка! Точно, это же Степашка. Я забыл, как тебя зовут. Стоп. Не забывай Степашку. Степашка. Вырубили свет. В смысле? По смеху он там. Привет. Ты че, дурачок? Ладно. Так, теперь мне прятаться надо. Здесь спрячься. Нормальное место. Спокойной ночи, малыши. Раз, два, три, четыре, пять, Степашка идет тебя. Че такой расстроенный, это Степашка? Так, ну мы его победили. Теперь я должен его найти, да? Ага, я слышал. Где здесь? Ты где? Где он? Степашка летит! В холодильнике? Здесь? Где эта срань? Так, ну я походу проиграл. Где он? Ты видел? Я плюнул на монитор. Я плюнул на монитор. У меня весь монитор в этом. Так, держимся. В углу. Самое удобное место. Я пойду скорость. Саник. Обоссадник. Драник. Ебаник, ты где? Он здесь, дед. Нет, не здесь. Ты чё раком стал, дурачок? Тихо. Привет. Нет, рано нажал, рано. Блин, у нас с ним уже любовь, романтика пошла. А, ты сраник-обосраник, ну что ж такое-то вообще?
Блин, ну вот это было дурацки. Вот это было глупо очень сейчас. Я прям вообще очень глупо проиграл в данный момент. Вот прям ух. Типа он медленно даже бежал. О, скейт. Ты умеешь на скейте кататься? Я умею на скейте кататься. А, это было очень сейчас по-дурацки, потому что он не должен был меня поймать. О, игрушка. Вы нашли игрушку. Где ты там? Где ты, Рженька? Где ты, Ржомба? Ржомба! Ржомба, ты в холодильнике? Нет. Где Ржомба, я не понял. Так, ну он не рачком стоит опять. Здесь? Нет. Где Ржомба? А, вон он опять. Угу. Нормально. Степашка становится романтичнее с каждым моментом, знаешь. Он теряет силу, но становится более романтичным. Ага. Он такой забавный. Где он? Сейчас он порженькает. Че такое? Нет. Он порженька уже? Пока. Так, быра. Ты вообще читер! Ты читер, понимаешь меня, ушастая дрянь! Читерасская мадам! Где ты? Где ты здесь? Да блин, звуки неправильные. Я тебе говорю, по звукам он в другом месте. О, я его нашел. Не знаю как, но я его нашел. Бля, сюда. Хорош. Все, короче, Степашка становится романтичнее. Я не знаю, Степашка становится прям няшкой. Он слышит что-то? Я не знаю, чем мы тут с ним занимаемся вообще. Приветики. Зачем? Вот зачем вам бесконечное лето? Когда есть Степашка, скажи мне. Зачем вам бесконечное лето, ребят? Ну опять заигрывает со мной. Да сколько раз тебе надо вот это вот делать все, а? Да сколько можно? Я не буду к нему подходить. Говорит, не, я просто прикидываюсь. Ты реально думал, что я умру из-за того, что ты глаза закрывал пару раз? Пока. Снова увидимся скоро. Тебе нужно идти обратно. Он ближе и ближе приближает, Сесара. Не дай ему тебя достать. Быстро в дверь. Это что вот это вот было? Такая романтика. А потом он такой... Ну, Сара, ты реально думаешь, что это то самое время? Типа, вот это было страшно на самом деле. Я не буду... Я перестану тебя так называть. Я знаю твое имя, не Сара. Андрюша. Здрасте. В любом случае, ты нашла вилку. Нахер мне вилка? Вот Степашка-развратник. Теперь я... Это время, когда ты уйдешь. Ты, может быть, сбежала, но не забывай, что я все еще здесь. И когда ты покинешь это место, ты знаешь, что вещи будут для меня только начинаться. Но факт, что ты слышишь это, показывает, что я все еще могу победить. Я тебя не слышу, я читаю, дурачок. В любом случае, мы скоро увидимся. Время скажет, но в любом случае... Крепота. Сейчас скример будет? Спасибо. О, спасибо. О, пожалуйста. Я ожидал еще скриматы на самом деле какой-то. Сара, слушай внимательно.
Это не конец все еще. Разработчики все еще работают над игрой. Это конец. Есть только три человека, которые делают эту игру. Дядя Вася, Петя, Гатя. И еще парочка талантливых актеров. Здорово. Авторы тратят все свое время и деньги на этот проект. А чем ты его платно не сделал? Так что если можешь купить, пожалуйста, задонать нас на Патреоне. All funding goes toward paying for все деньги пойдут на то, чтобы еду нам купить, похавать. Я вас понимаю. Так что каждый доллар имеет значение. Я скажу, чтобы Сара. Прощай. Вот так вот. Мы прошли с тобой игру. Слушай, а хорошая игра. Мне понравилось. Реально мне понравилось. Интересная. Типа, местами она не такая страшная, как хотелось бы, но... Мне понравилось. Я надеюсь, понравилось тебе тоже. Это не вся игра, это демка. То есть это... Они продолжают делать игру, но пока что они сделали демку для того, чтобы собирать донаты и чтобы продолжать работы. Это нормальная тема. Если можешь задонать, можешь задонать. А пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.